когда мы говорим про мужчину и женщину, когда мы говорим про слияние двух абсолютно разных энергий, это говорит о том, что ты как нескончаемый источник женской энергии готова отдавать эту энергию, ты батарейка. Ты готова отдавать свою энергию для того, чтобы тебя питали. Круговорот, понимаете? И ты сама смотришь, ты батареечка вот для такого, да? Батарейка, ну вот. И вот ты готова питать вот это, чтобы тебе отдавали вот это. Либо ты аккумулятор, либо там, ты там вообще какая-нибудь станция, где там ты целый завод питаешь. Вот какая ты батарейка, такой рядом с тобой будет мужчина. Это можно назвать какие-то проработки, это можно назвать хоть как. Но это все зависит только от вас. Какую энергию вы готовы отдать? Насколько вы глобальные, насколько вы большие через женскую энергию, что вы готовы это отдавать. И абсолютно неважно, на какой вы работе работаете. Вы можете работать на заводе в 28 смен. Но от вас может просто, вы можете проходить, и от вас просто может шарахаться. Это какая от вас идет вот эта вот энергия женская. А можете дома сидеть и 24/7 там делать накаточки, реснички, бровки, там еще что-то. Но рядом с вами захотят быть только разово. И это не зависит от внешней красоты. Внешняя красота, она имеет значение в нашем мире. Огромное значение, это безусловно. Но вы никогда не будете внешне красивы, если внутри вас будет просто все гнить. Когда вы сами себе будете гнить для себя. Но как только вы начинаете открываться, оно вылазит наружу. Это же показывает все ваше тело. Когда у вас даже внутри что-то не так, у вас идет все это на кожу. Какие-то прыщички, какие-то там еще что-то.